Всем-всем большой привет, мои любители похрустеть нашими вкусняшками. Сегодня мы с вами будем хрустеть такими вкусняшками. Это мои вкусняшки. Вот, смотрите, такое сердечко. Сердечко вот такое отсвечивает, да? Ассорти. В общем, ассорти, не знаю, там все-все-все. Вот такие маленькие сердечки. Здесь тоже ассорти, но здесь больше белых вкусняшек. И вот такая у меня шайба осталась. От распаковки посылочка от Нелли была. Давайте начнем с маленьких сердечек. Они уже очень хорошо просохли. Надеюсь, что будут хрустеть. Хотя в них больше ассорти мела, чувствуется отчетливо вкус глинки. Но здесь ассорти, поэтому непонятно, какой именно. Вот такие нежные. Не сушит рот. Обычно изделия больше как-то такие сухие, и во рту такая сухость. Эти нет. Достаточно такие сливочные. Давайте шайбочку. Не знаю, какой именно состав, но вижу здесь крошка мела и чародейка. Точно есть. Больше не пойму, какие глины. Уральская. Крошка уральской. Прям очень чувствуется, и даже вкус уральский.
Чародейка не чувствуется совсем. Так интересно, чувствуется уральская, прям вкус, хруст, но со сливочностью и жирностью. Прям хрустит. Не буду ее все дохрущивать. Оставлю на потом. У меня она одна осталась. Хочу еще получше распробовать. Давайте вот это сердечко мое. Здесь в основном больше глин. Здесь прям совсем-совсем чуть-чуть мало крошки мела. Очень такая вкусненькое сердечко, откусывается с хрустом и сразу такое растворяется в жирную массу. Здесь присутствует голубая Оренбург, вот такая структура, немного пластилиновая. Все, весь рот у меня залип. Все, буду прощаться с вами. Пока-пока, мои дорогие. Целую и обнимаю всех.
Как всегда. Даже не могу разговаривать. Пока-пока.